Как только народ узнал, что символ 2016 года – огненная обезьяна, сразу стало понятно, что предпочтение в новогоднем наряде нужно отдать красному. Восточные астрологи советуют сделать праздничный образ максимально ярким, чтобы задобрить хозяйку года. Правда, не стоит переусердствовать с подбором украшений. Лучше выбрать что-то одно – либо колье, либо какие-нибудь красивые сережки. При выборе наряда нужно учитывать и фасон платья, и его уместность, говорит стилист Екатерина Скворцова. От того, где будет проходить торжество, зависит выбор костюма. Для загородной вечеринки, ресторана или домашнего семейного ужина нужна разная одежда. Второй момент – это с кем девушка выходит в свет. Если это семейный вылазок, тут можно семью в целом одеть в каком-то общем ключе, да. Если это она, если девушка выходит с мужем или со спутником, то мы учитываем образ мужчины, потому что мужчины у нас особенно-то и не любят выбирать новогодние наряды, новые это девушки-любительницы. Поэтому, скорее всего, мы будем отталкиваться от варианта мужского, чтобы подходить под мужчин. Огненные палитры – это не все, что характеризует наступающее торжество. Подойдут любые яркие насыщенные краски – желтый, синий, розовый. Но все же и красную нотку тоже не забудьте. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков, события.